пусть живется, лайся спиной и способна на все, не заплашь, ближе к солнцу не прячься, в тень не заплашь, иди си Супергёрл. В этот день Земли не забудьте об утилизации отходов. Подумайте о чудесных растениях, которым вы поможете. Не забудьте взять брошюры об экологии, их тоже можно утилизировать. В вашем мире странно обходится с мусором. У нас на Криптоне никогда не было такой проблемы. Пока мы не достигнем уровня криптонской науки, утилизация отходов наш лучший вариант. Это еще что такое? Дорогая Супергёрл, я нашел это в логове Броньяка. Сохрани его в безопасности. Твой кузен Кэл. Это бутылочный город Кандор, единственный криптонский город, оставшийся в галактике. Ой, какие крошечные человечки. Извини, это было невежливо. Нельзя держать их на виду. Это слишком опасно. Подожди секунду, я поищу для них место. Привет, конфетка! Харли, осторожно! О, это что, шикарная бутылка лимонада? Обожаю их трясти, чтобы были пузырьки! Извини, это специальный проект для школы. Очень хрупкий клей, еще не высох. Хорошие новости. У замдиректора Грода есть где спрятать город. Отлично, отнесу их туда сейчас же. О, нет! О, нет! О, нет! Я больше вас не потеряю. Нет, 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 нет! О, нет! Ты в порядке? Что случилось? Остатки моей родной планеты только что сгорели. И это моя вина. О чем это ты? Бутылочный город у Poison Ivy. Но я видела, как он исчез. Я установила механизм задержки бутылок в процессоре. При утилизации лишняя осторожность не помешает. Спасибо! Я буду заботиться об экологии до конца моей жизни. Ну что, твой проект в бутылке из-под лимонада уже высох? Извини, Харли, мы несем его в безопасное место. Куда? Безопасное место! Плащ твой, мы дети собрались.